Здравствуйте, друзья. Мы находимся в таком ресторанчике, который называется «Татами». И он японский такой буфет, не исключительно рыбный, но тем не менее здесь очень много такого, что называется сифуд. Вот, и мы пришли покушать, и заодно вам расскажем, покажем, что здесь можно взять. Здесь примерно долларов за 25. Вы можете вот кушать все, что есть. И есть довольно много всего. Вот я тут вокруг одного прилавочка обхожу, вы видите. Ну так, что-то размяться. Вот. А есть прилавков тут три. Ну вот давайте начнем с этого. Там тарелочки стоят в углу, вилочки, ложечки. Вот вы идете, и здесь сначала салатики. Все это очень вкусно. Я хочу сказать, что, конечно, на любителя, вот, но вкусно. Вот вы видите суши всевозможные. Так. Проходим дальше. Тоже суши. Потом будут сашими. Вот тут. Сколько тут сашими? Ну вот рыбка раз, рыбка два. Это из колонки, из колонки. А рыбка три и осьминог, так бы я сказал, октопус. И, соответственно, значит, лимончики, джинджер и горчичка. Вот. Ну, соответственно, здесь берут посудку для соевого соуса, это сам соевый соус. Ну и здесь вы видите, рисок, такую вермишельку, овощи. Это у нас терияки чикен. Да, тут такие вот, как их правильно назвать, вот такие вот. Да, соответственно, ребра свиные. Так, это панстикерс, ну такие как и пельменчики свиные. А к ним вот соус, соответственно, и так далее. Тут мясо нарезают, можно подойти с тарелочкой, вот от этого шматка, значит, вам отрежут кусок мяса. Тут у нас рыбка, ой, какая хорошая, очаровательная рыбка, симпатичная. Очень симпатичная, мягкая. Ну, тоже это на любителя, конечно, кто хочет. Соответственно, тут мужчина тоже так перебирает. Это тоже рыбка. Да. Давайте я обойду их, а то они клешни. Сейчас мало, а их много. Сколько хочешь. Если чего-то тебе не хватает, значит, ты говоришь себе, тут же принесу. Вот это шрифты такие. Волнуются шрифты. Овощи. Несколько супов. Вот, значит, такой супчик тоже тут вот. Не знаю, вам может быть не очень видно, но это мисо-суп, это корейский тофу-суп. И вот в этих тарелочках поглубже, значит, тут ты, ну не пятый, тебе набирают всякие предметы. И тоже получается супчик. А это сладкие прилавочки. Тут и дыньки, и арбузики, и желе. И бананы, там и соусы. Это тапиока беленькая. Тапиока. А это блинчики, друзья, это блинчики. Вот. Потом их там можно вареницам, там разными жижами, вот прям при тебе делает человек. Тут мороженое, так вот за рычаг бабахивает. Получается мороженое, вот в мороженом стаканчике. А здесь такие маленькие порции, очень вкусненько. Это крем-брюле, вот то, что тут справа. Это такие крем-пафф, ну, и клеточки маленькие, так сказать. Это, соответственно, значит, блюберри, черничка, чизкейк, клубничный, мокко. Это тыквенный пирожок. Значит, вот эти... Вот эти дурынды, друзья, вот эти. Вот так их берешь сюда, вот, шоколадиком.
ты кушаешь, давайте я, раз уж я вам демонстрирую, я уже и съем. Да. Вот чоколадки, манго. Ну, в общем, чего есть, того есть. Все, больше ничего нет.